В Муравленко началась реализация проекта «Фестиваль серебряного возраста». Он стал победителем грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Участники пройдут обучение у стилиста-имиджмейкера из Санкт-Петербурга, а также представителей бьюти-сферы города. В финале состоится парад красоты для пожилых муравленковцев. Площадкой для реализации проекта стал клуб по интересам для старшего поколения «Кладезь». Здесь участники пройдут курс обучения и полного преображения – от подбора макияжа и прически до обновления гардероба. В этом модницам Муравленко поможет профессиональный стилист-имиджмейкер из Санкт-Петербурга. Тем, кому от 50 и старше, расскажут не только о главных правилах красоты, но и здоровья. Женщины будут работать с нутрициологом. За время участия в проекте они попробуют изменить свои пищевые привычки. Это 40-летие Муравленко, и мы хотим в большей степени пригласить именно женщин-первооткрывателей города, да, тех, кто давно здесь уже живет, и показать, какие они были раньше, когда только сюда приехали, молодые, да, красивые, и какие они сейчас тоже молодые, красивые, они всегда молодые, поэтому я думаю, что это будет интересно. Сегодня участницы фестиваля серебряного возраста, а их всего 15 человек, подыскивают в модных глянцевых журналах интересные и необычные образы. В них они предстанут перед зрителями на финальном дефиле. Подобная инициатива впервые была реализована в Муравленко в 2019 году. Тогда она называлась «Модный приговор. Перезагрузка». Елена Михайловна Пасечник была одной из финалисток необычного проекта. Сегодня с теплом вспоминает, как это было. Было очень волнительно, в особенности, когда нужно было уже выходить в зал и пройтись по залу. Ну, тут ноги подкашивались, глаза вот такие шары. Ну ничего, справились. В этом году женщина также примет участие в аналогичном проекте, а вместе с ней и Татьяна Богатко. Обе активно занимаются спортом и посещают занятия по ментальной арифметике в клубе «Кладезь». Что дает это, конечно, не остановку умственного развития. Очень развивает мышление. Это во-первых. Во-вторых, очень много заданий на логику. Вот логические задания – это вообще взрыв мозгов, потому что сидишь и все, вот хочется же сделать, чтобы понять, как это происходит. Благодаря грантовой поддержке «Газпромнефть Ноябрьск-Нефтегаза» у участниц есть уникальная возможность заявить о себе и пополнить багаж знаний. Впереди модниц ждут мастер-классы, индивидуальные занятия и уроки красоты. В финал проекта, который пройдет в ноябре, выйдут самые активные. Анастасия Попова, Антон Иванов, новости Муравленко.